Всем добрый день, дамы и господа, с вами Мисон. Я сегодня буду проходить. Тяну я в игрушку. Китайскую, которая называется Контра 5. Не знаю, честно, я даже не знаю, даже что тут ожидать, потому что тут даже вроде нету музыки. Вен. Так что я тут век в Sony Vegas поставлю какую-нибудь музыку и музыку именно из других оригинальных игр. Я главным ничего не забыл, чтобы описание именно музу записать музыку или хотя бы в описании видео. Ладно, давайте начнем. Тут какой-то сюжет, но опять же, инглиша тут нету. Нашел у какого-то западного ютубера, случайно нашел, типа в рекомендациях. Ну, впрочем, вы сами знаете, как это работает. Так, прыжок у нас может вверх. У нас какое-то оружие D. Насколько я... Так, у нас есть типа лайф... У нас есть лайфбар. И вроде есть самонавод... И вроде он сам как раз именно... И... Да. Это, конечно, неплохо. Так, у нас тут есть лестница. О! Положили звук. Подобное оружие. Это у нас огнемет. Ну, как вы понимаете, тот... Тоже похоже, что тут есть звуки, однако самой музыки нету. Да. Но я, пожалуй, не буду их менять, так что да. Да, тут не хватает какого-нибудь такого сверхзывного, такой хорошей, такой бодрой музыки. Ладно, так. Тут, ага. Тут есть возможность переключать. Так, самое надеющимися ракетами. Ну, понятное дело, то, что я поставлю музыку из самой первой контры, джангл. Так что да. Ладно, хорошо, что хотя бы хоть эту ракету можно уничтожить. Что было бы немного даже сложновато даже. Так. Лазер. Стреляет какая-то молния, что ли, блин. Так, ага. Похоже, что это у нас босс. Да, напоминает та нашу старую добрую стенку. Так, в любом случае необходимо... Ауч. Ладно, в любом случае надо сначала избавиться. От этого единицы, ну теперь можем уничтожить и сам это еду. Ну ладно, я по-моему до пятого или что уровня доходил, и, честно говоря, я даже не помню. Да ладно. А тут сделаем через минуту. Так, надо. Вот уровень 2. У нас тут какой-то у нас тут руины города. Но понятное дело, что тут будет. Ну, я думаю, что тут будет уместно использовать музыку с Contra 3. Так, мне пока
казалось, или вот за танк можно было забраться. Да, да, будет весело. Да, точно, я тут, да, точно, я тут, я определенно поставлю музыку третий контр, потому что, ну блин, ну реально похож. Мало того, что стреляет пулями, так еще тот. Так еще этими ракетами. Это вот этот вообще лазером стреляет. Интересно. Ай. О, я уж люблю вот так. Ага, я бы... Так, у нас, значит, прокачанный этот огнемет. Ладно, подать, ладно, так, хоп. Пофиг на эту хопу. Попробуй на методичном уничтожении, главное просто дойти до босса. Ай! Ауч, я умер. Ладно, хоть сказать, они мне хоть щит дают. Пойдемся. Лазер. Хорошо, лазер у нас тут. Грейхов. Хорошо. Ракеты. Так. Ага, у нас две пушки, и какой-то шар, и какие-то клини. Это вообще такое? Ос, так это что, наводящиеся ракеты? Неплохо, неплохо. Так, это у нас лазер. У нас какие-то руки. В любом случае, сейчас. Я, конечно, не знаю, конечно. У нас... эти сильные, но в любом случае сейчас разберемся. В любом случае основная проблема это о том, что тут музыки нету. Где музыка, блин? Как-то даже не интересно даже сражаться. Так, ауч. Ладно, надо поменять тогда что ли оружие. Нет, я пока буду тут. Так, я не хочу пока что. Вот эту лазер. Ауч. Ну, в целом, пока что, да, не так сложно, конечно, без музыки, конечно, даже скучно. Так, ты взял ту штуку. И что? А, наверное, как? Наверное, ты должен типа на несколько пуль взрываться, что ли? Или что? Я просто не понял.
О, так, ладно, отлично. Одну клешню уничтожили. Хорошо. Так я и думал. Ладно, в любом случае остался лишь только ты. Сейчас я с тобой его выставлю. Хорошо. Хорошо. Ладно, уровень пройден. Это канализация. Ладно. У нас тут уровень типа а-ля водопад. Типа. Дадёшь ракеты, не целитесь куда-куда надо. Блин, да я сейчас иду, да я сейчас сдохну, а. Ты что ли? Не знаю. Вот, молодец. О, блин. Продолжить. Да, так поздно сдамся, что ли? Вот теперь так даже покруче. Когда из аж сказал, когда он дал какую-то кучу как там наводящихся ракет. Вот теперь на этой территории наша старая новая эска. Вот теперь стало, конечно, намного. Теперь стало, конечно, теперь попроще. Теперь главное просто сохранить эту кошку и все. И победа в кармане. Так, давайте-ка я чуть-чуть приподниму микрофон. Жак, что я не могу собираться зайти, как зайти трубы. Отлично. Чтобы зайти перекладины. Ох,
Походу, что тут босс будет уже, что ли. Ага. Так, клешня, лазер, пушка. Так, ладно, избавились от лазера, по крайней мере. Это у нас уровень 4. Да, точно, 4-й уровень. Ай. Ладно, ладно. Так что проходим без всяких птичек. Ладно, пока что-то, кажется, так спокойно все проходим. Без всяких каких-то либо особых проблем. Ну, разве что на боссах, но босса это ладно, это классика. Это на них досливаешь. Да в целом они на самом деле да, не такие сложные, просто. Просто нужно проявить тактику. Так, я за эти могу зацепиться штуки? Нет. Я даже не понял.
Понятно даже, вот для чего стоит, типа, я понял, если они вот стоят на земле, и они типа связаны, хорошо. Но как это объяснить? Не за счет конструкции? Ладно, очередной босс. Ладно. Тишня, лазил, лазил, еще лазил. Ладно. Часа дело. Заслял солдат. Да, действительно. Был достаточно. Да, похоже, все-таки Кришни здесь играет главную роль. Босса. Ладно. Да, погоди. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так, ладно, спасибо, что хотя бы восстановили жизни. Честно, блин. О, фига, так много всякой хрени уже. Ладно, еще один подъем. На самом деле даже немного скучновато. Ну хоть бы да. Хоть бы да, это контра, да. Да, все. Да, его как то же самое, но что-то на. Да, опять же, да, отсутствием музыки. Или может быть просто была изначально отключена, я не знаю. Ну и как типа потом копаться в настройках, может быть действительно. Действительно, музыка на самом деле есть, просто я такой недальновидный, то я не заметил её. Да, наверное, так оно и есть, наверное. Потому что если нет, то разработчики этого, они-то обленились, либо... Ну, сами подумайте. Контра без музыки. Это вообще нонсенс какой-то. Вообще неправильно. Проще говоря. 20 минут, а мне по сути туда же говорить. Я не знаю, что туда говорить. И как-то пытаюсь, конечно, убить каким-то разнообразием, но что-то не выходит. Ладно, очередной подъем. Знаете, по-моему, это мне немного напоминает на Control версию на MSX. Да, потому что, да, хотя нет, там есть очевидная разница. Там версии на MSX, там все-таки этот вот, не было вообще скроллинга. Ладно. Так, ладно, мне сюда. Ладно, значит. Ладно. Так, лазер. Ага, трешня. Да, что-то у вас. Блин, и ракета еще. Еще ракета.
Вперед что-то какие-то бомбы, что ли. Не знаю, конечно, что это за штуки. Но в любом случае, для начала надо хотя бы избавиться, да. Потому что я не знаю. И хотя вот этого лазит, этого лазера. Потому что будет намного проще. Ну, ладно, ладно. Ладно. Вот и ладно. Так, у нас уровень 6, опять канализация. Да сколько тут вообще всего уровней, а? Да, конечно, тут счет, конечно, да, кажется, но... Конечно, надо опять снова набирать очки, но, наверное, это связано с тем, что так или иначе все-таки хочется сохранить это уже. Так. Yes. Точка. Так, у нас какие-то роботы. Мы робокрысы. Нет, я не хотел забираться в танк. Ладно. Ауч. Не, ну это подло. Не, ну это неправильно. Не хотел сбираться. Ну ладно. Ну все, тупик, потому что опять же. Тут только надо сбираться. Так, лазер. Так. Ауч. Ну ты блин, а. Вот заспаунился в неудобство. В неподходящий момент, а. Блин, у меня скоро эта жизнь кончится, так что надо готовить менять оружие. Так, убираемся. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ладно. Похоже, что сейчас как раз будет очередной босс. Ну да. Клешня, лазер, клешни, два лазера. И два лазера. А, нет. А, вот я нашел тут безопасную точку. Да, да, нет, тут не могут меня тут забить. Никак. Ладно. Ладно. Блин, может хотя бы тут будет уровень, типа, как логово пришельцев, а?
Блин. Не успел, конечно. Ну ладно. Охотим пока с Эской. Хорошо, так, у нас тут... Который будет, а? Ну да, ну ударь, да, ракета себе, что? Где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмой уровень. Так, так, у нас тут всякие блоки из боссов, которые теперь тут стали более чем. Ладно, пофиг, оставим его. О, лишнее. О, неплохо. Ауч. Ладно. Небольшого паукула. Вот и босс. Так, лишняя. Ага, так, их лишние. Лазер. Там на вас молодящийся ракет. А, нет. Это вот фигня, которая с этой бомбой делает.
Ладно, огонивили. Ладно, остались эти 3000. Ну ладно, сейчас тогда быстренько разберемся. Ладно, линию номер 2. Отлично. О, ну наконец-то, бля. Так, еще одна канализация. Ауч. Упал. И ведь не запыхаться туда. Так, ладно, берем лазер. Идем дальше. Так, щит. Хорошо. Угу. Так, значит, мне надо вниз. Ракеты, хорошо. Ага, вот и ох, вот и комната босса. Хорошо. Вот мне надо туда. Ow!
Это вообще, это сейчас было, что? Так, это ловушка. Надо вернуться назад. Там была платформа. Отлично. Ауч. Не, ну это ловушка. Ауч. Ну да, подняться, ладно, ладно. Ауч. 43 минуты. Да я походу тут буду полтора часа играть. Ой. Ладно, я избежал этой ловушки. Ура. Это вообще тупик. Да, ладно. Да, не имели почти весь уровень даже зачистили, можно так сказать. Плохо что. Ладно, теперь нужно сюда и идти направо к боссу. Надо найти еще один апгрейд. Значит, для самодвижущихся ракет, потому что самодвижущие ракетами игра походит вообще запроще. Ладно, так. Ладно, мы избавились от этих надоевшей турели. Так. Ага, вот-вот у нас вот тут уже и рядом. Ладно. Ладно, так. Какой-то робот. Мини-маус с головой Микки Мауса? Или ты Мини-маус? Хотя вот тут типа вид типа розовый бант, так что если это Мини-маус. Так. Так. Ладно. Одну голову уничтожили. Ладно. Не повезло. Похоже, надо сначала уничтожить, так или иначе деканализацию на люки. Я не знаю, конечно, почему именно. И знать не хочу. Ладно. Где я остался лишь что-то тут деканализационный люк.
А, ну вот и все. Так, выпускай пару мышей. Лазером. Лазер стреляет. Ну, ракеты самонаводящиеся. Две штуки. Вот эти вот бомбочки. А, ну еще, начну призывать вот это, эти вот штуки. Ну еще и это вот. Ну, сейчас добьем полустуму, ауч. То есть здесь ты, по сути, практически в безопасности. Ну, кроме всяких ракет, вот этих падающих, падающих этих вот клешней. Ладно, я... А, так. Ну, и я надеюсь на то, что это... Всё? Что ты? Прошу прощения, у меня немножко нон-пад заглючил, так что... Да, точно. Это последний уровень. Вот правда, что-то непонятно, типа, А чё тут сюжетом? А, впрочем, не важно. Ну ладно, посмотрим. 48 минут. Ну ладно, для меня это нормальное время. Ну, теперь лишь осталось лишь только это вот. То есть, записать какую-нибудь музыку. И на этом можно попрощаться. Ссылку, если что, я оставлю в описании, так же как и описание музыки, которую... Музыки из оригинальных игр. Что ж, ладно, всем удачи, счастливо, пока.